Мне так хорошо. Мне так заебись. Вы даже не представляете. Мой друг Серега, он вот такой офигенный. Он очень офигенный. Он уже был на видосах. И не было знамений, ни каких-то знаков. Если вы помните. Он очень свободный по духу. Очень свободный. Я люблю таких людей. Она скрывала поначалу от него, во взгляде ее читала то, что никуда как узводит. Знаете, что по человеку можно сразу определить. Просто посмотри, как он за рулем. Все сразу понятно, что это за человек. Если это сон, пусть не наступает утро, хоть бы был он вечным, но помер вверх по ступеням заветной цели. Пронесли за руку, показал царю стать закату моим. Умоляю, молюсь, скажи, как мне жить, если нет стимула? Как творить, если муза покинула? Как сердце бить, если вновь обессилена? Скажи, как мне жить, если нет стимула? Но знаем, мечтаем мы об одном. Мне нужен этот воздух, хотя бы глоток. Пускай не легкий старт, будет легкий моток. Пускай вброк прошлое, мне нужно срочно это. Хотя бы просто вдох, просто вдохновение. Франция, она мотела пальцы. Останусь вид увлечения, трудно сдержаться. Я прошу, я тут 2 лета жил, короче, вот в этом домике. Понятно, ты вот в этом домике жил? Да. Он охуенный был, это его разорвало. Вот тут еще один рядом стоял, его ветром унесло нахуй. Вообще унесло. Блядь, я кусок полиуретана. Ух ты, нифига себе.